Илья, поздравляю с тяжелой победой. Ваши эмоции после игры, за счет чего выиграли? За счет характера выиграли. В второй половине просто собрались, напряглись. А соперник, видимо, просто расслабился, и у нас пошла хорошая командная игра. Скажите, за счет чего команда не сломалась после, ну, достаточно, я не знаю, как расценивать эпизода, однако факт, дисквалифицирующий фол игроку вашей команды. За счет чего вам удалось сохранить настрой и собраться для дальнейшей игры? Ну, это тот же характер. У нас просто команда бойцов, и мы в любой ситуации, хоть минус 40, хоть минус 50, мы все равно будем играть и... Кого из игроков соперника вы бы сегодня выделили? Макс Бранских просто, конечно, это фантастика, потому что он себе давал. Просто очень хороший игрок. А из игроков своей команды? У нас нет отдельных личностей, у нас вся команда хорошо играет. На что вы рассчитываете лично и команда в целом в этом сезоне в МБЛ? Ну, я думаю, у каждой команды это выиграть МБЛ. Поэтому у нас только вот одна цель – выиграть чемпионат. С кем у вас следующий матч и идет ли какая-то отдельная подготовка под соперника? Не, мы как бы на соперников особо не настраиваемся и даже не знаем, с кем мы играем. То есть тренируемся, спокойно выходим и показываем свою красивую командную игру. Хорошо, спасибо, желаем удачи. Спасибо.